Здравствуйте. 10 ноября 2020 года Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление, в котором обговаривались условия мира в Арцахе. Армения вернула Азербайджану часть территории, которая сейчас находится под ее контролем. Вернее, было бы, наверное, сказать, что не столько Армения, сколько сам Путин вернул солидную долю Арцаха в лице Карвачарского и Бердзорского районов. Ну а центральные части армяно-населенным продолжают пребывать российские миротворцы. Сегодня я решил пригласить в эфир депутата Государственной Думы 7-го созыва Виталия Милонова, одного из немногих российских, кстати говоря, парламентариев, который в дни войны находился в Арцахе. И хочу напомнить, что Милонов всегда был и есть непоколебимым российским парламентарием, грозой педерастов, защитников нравственности. Поэтому быть народом Арцаха, принимая вызов Азербайджана-турецкой коалиции, посчитал своим долгом. Виталий Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот прошел год. Как считаете, возникло ли очеловечивание этой самой коалиции, о котором я выше сказал? Верите ли вы, что после происшедшего возможен мир с этими существами, с этими людьми? Ладно уж. Ну, очеловечивание может происходить тех, кто способен на это. На сегодняшний день мы видим, что турки и их, будем так говорить, силы, обеспечивающие их геополитические интересы в виде Ильхама Алиева и его армии, они не обладают признаками перерождения в некую цивилизованную силу. И то, что мы видим сейчас на территории подконтрольной вот этим туркам, которые уж точно не имеют никакого отношения к этой территории, территории Арцаха, мы видим совершенно обычную классическую картину, как турки умеют себя вести. Они просто захватили эту территорию. Пусть азербайджанцы не тешат себя какими-то патриотическими победными риториками, реляциями, никакого отношения к победе Азербайджан не имеет. И иметь не может. Азербайджанская армия несколько раз пыталась там сделать, каждый раз бесславно и беспомощно уползала назад, потому что не обладает ни знаниями, ни мужеством, ни отвагой, ни техникой. В общем, все, что произошло год назад на территории Арцаха, произошло исключительно с помощью турков. Турецкой армии, турецкой техники. И не только турецкой техники. То есть, но тем не менее, поэтому, в общем, так смешно смотреть всех этих нелепых условных патриотов, которые там с страшными мордами. Ой, извините, сейчас пауза. Да. И, конечно же, все, что произошло, это определенные аппетиты Турции. Не более того, и мы должны это четко понимать. И лично для меня нет сомнений, что это очередная экспансия пантюркизма, экспансия Великого Турана, который не остановится на Арцахе, безусловно. И не очень, ну, я с сожалением вижу, что Азербайджан принял сторону тех сил, которые решили лишить Азербайджан собственного суверенитета. В общем, как это произошло, Азербайджан суверенитетом больше не обладает никаким. И что бы там ни говорил Ильхам Алиев, он просто поменял суверенитет Азербайджана на лояльность Турции. И сейчас Азербайджан является провинцией, просто провинцией Турции. И все. Но, может быть, они этого и хотели, потому что они везде кричат «одна нация, два государства» и всюду носятся не только с азербайджанским, но и с турецким флагом. Плюс один Пакистан. Да, ну, дело в том, что это они носятся, знаете. Они бы с удовольствием носились бы с американским флагом или с флагом Евросоюза, но там их совсем никто не ждет.
поэтому носится с тем, кто как бы кто взял. Знаете, как это, как невеста, там, старая дева, которая все мечтала выйти замуж, но никто не брал, но вот хоть какой-то взял, хоть извращенец, но взял, да. Вот. Но этот союз, он совершенно не выгоден для Азербайджана. Ну, опять же, мне, честно говоря, это не очень небольшое дело из-за этого. В общем, это выбор народа Азербайджана. Им так нравится. Они вместе с Ильхамом Алиевым решили уничтожить свое государство, стать провинцией и стать, в общем, винтиком в больших геополитических каких-то мечтах Эрдогана. Ну что ж, их право. Мне беспокоит то, что сейчас на территории древнего Арцаха развиваются нелепые совершенно знамена, которые не имеют никакого отношения к территории Арцаха. Я говорю, что и знамя Азербайджана для меня там, собственно, выглядит лично для меня совершенно неестественно. А уж турецкие вот эти вот красные флажки, они вообще там не к месту, абсолютно не к месту. Вот. Искренне надеюсь, что это все не очень надолго. Ну, это лишний раз подразнить армян, это понятно. Виталий Валентинович, скажите, вот азербайджанская агитмашина постоянно говорит о погибших мирных жителях после ракетного удара с армянской стороны, да? Но вы являетесь свидетелями того, что испытали на себе мирные жители того же Арцаха. То расскажите об этом, потому что вот как-то армянам, наверное, свойственно замалчивать, что ли, потери среди мирных жителей, но азербайджанская гид-машина больше как раз-таки говорит о мирных, там, нескольких человек, которые были ранены, кто-то там погиб во время этого удара. И причем об этом они говорят даже больше, чем о своих шахидах. Ну, понятно. В общем, а чем еще азербайджанской армии хвастаться? Военных успехов у азербайджанской армии нет никаких, можно только надевать на большой живот форму и корчить рожу зверского Рэмбо азербайджанского. То, что они активно используют диванные войска, пропагандистов свои. Да, это можно. 100%. Ну, там, видимо, там так много бездельников, которым не нечего делать, что они сидят за компьютерами и постоянно перепосты делают одной и той же информации. Конечно, в войне есть жертвы, и это факт. Никто не говорит, что жертвы мирного населения среди азербайджанцев – это хорошо. Это очень плохо, очень печально. Но поскольку в основном реципиенты этой пропаганды не очень любят думать головой, а им достаточно некой такой сильного вброса какой-то информации, то можно там немножечко преувеличить там, в несколько раз, еще что-то там усилить. И уже все, пошло-поехало, люди заряженные, они ненавидят. Ну, собственно говоря, наверное, это связано еще с тем, что их агитировать-то не надо. На той стороне очень много есть ненависти. Исторически эта ненависть была, начиная с 80-х годов. И мы видели, помним, как она начиналась, как и устраивали жуткие... Это жуткое время для армянского населения, которое оказалось тогда на территории так называемой Азербайджанской СССР. Сумгаит вы имеете в виду, да? Да и не только. И не только. Вспомните, как просто в нечеловеческих условиях оказались армяне в период распада СССР. Это просто было невозможно. Вот. Но азербайджанцы об этом не будут никогда говорить. Я встречался с двумя такими изначально казавшимися мне более-менее цивилизованными людьми, которые сказали, что они родились в Москве, они русские азербайджанцы, они там приличные цивилизованные люди, но через 5 минут они начали орать как сумасшедшие. Да, вот. Я это видел. И вот они как раз вот это, знаете, в них вот они, это люди, которые ничего не знают, но они кормятся фейками. Фейками о том, как там армяне там убивали всех направо-налево. А думать-то, если мозг не включать, то жить легко, в общем. Поэтому они Бог живут с ними, это фейками. Пропаганда, но меня больше всего удивило, как они, вы вроде бы как в отцы им годитесь, и они с вами на «ты», и ну как-то по-небратски, мягко говоря. Ну, слушайте, что же делать, если у людей
люди кичились своим высоким уровнем доходов, бизнес-развития и образования, в общем, честно говоря, ни одного, ни другого не заметил. Мало того, один из юристов после этого эфира шумного мне прислал ссылки по долговым обязательствам этого одного из успешных предпринимателей, который кричал, что он бросит свой супербизнес и уедет в Азербайджан из-за таких, как я. Столько комплиментов я не получал очень давно после этой фразы. Но, тем не менее, конечно же, то, что было в Армении, то, что было в Арцахе год назад, это в чистом виде агрессия, это в чистом виде нападение не на военных, это не военный конфликт там между военными. Азербайджанцы били по мирным жителям, азербайджанцы, ну, возможно, они, конечно, скажут, что они криворукие, поэтому их ракеты летели куда... Ну, да, так и было. Дважды, например, по церкви ударить. Это криворукость. Ну, это специально, конечно. Это специально. Они просто не сознаются никогда. Вот. Они же люди, ну, трусливые люди, не умеют признавать ошибки. Вот. Я там по церкви, я видел, как ракета, причем мощная ракета, прилетела в жилые кварталы Степанакерта, там же нет ни одного воинского подразделения в радиусе, там, наверное, нет, там, километров. Вот. Она прилетела именно там, где живут обычные мирные люди. По счастью, ну, нельзя сказать по счастью, но жертвы были там не очень большие из-за того, что это кварталы частной застройки были. То есть, если бы она попала чуть-чуть в сторону, то она попала бы, наверное, в жилой дом, где много людей погибло. Я думаю, что эти люди, просто не очень хорошо владеющие военной техникой, стреляли в сторону гостиницы, где жили международные корреспонденты, видимо, чтобы они прекратили освещать эти злодейства. Я там тоже в этой гостинице жил, вот, поэтому она упала относительно недалеко. Угу. Так что да, я тоже здание... в этом отеле останавливался. Да, да. Там что это здание закачалось в тот момент. Вот. Я был в госпитале в Степанакерте, когда там привозили раненых, мирных, военных, и врачи вынуждены были делать операции там, под бомбежками, и практически все раненые были на первом или подвальном этаже, потому что бомбы падали. Вот. Азербайджанская армия воюет с ранеными. Азербайджанская армия смелая, когда летают байрактары и прочая дрянь, которую турки собирали, так сказать, со всех, от всего отребья по всему миру. Вот. Вот так они сильные, так они смелые. Если бы, конечно, не было бы турецких войск, то понятно, что не было бы этих событий даже рядом. Виталий Валентинович, тем не менее, вот страшный сон любого лидера государства российского, я думаю, вы со мной согласитесь, со времен Романовых и кончая теми же коммунистами, это турецкий сапог в Закавказье. Фракция, которую вы представляли, условно говоря, да, допустила этот сапог, и теперь в Арцахе веет турецкий флаг, и местами даже тот же пакистанский, о котором я говорил. Что это? Это бездарная политика современной России, когда торгашество может быть выше национальных интересов? Или что-то другое, о чем мы не знаем? Я прошу прощения, с вами категорически не согласен. Во-первых, я никакую фракцию не представлял, а был там как... Ну, да, был депутат, но меня никто не посылал туда. И, наверное, если бы я обратился, может быть, меня никто бы и не послал. Но... Я считаю, что, конечно, говорить о том, что Россия допустила там чей-то сапог, нельзя. Но он там есть. Он там есть, но не Россия его туда допустила. Наверное, надо понимать. Я считаю, что если бы та информация и те предложения, которые были бы восприняты должным образом, то никого бы не было. Mm-hmm. Вот. Почему кто-то, ну, кому-то показалось, что
некие договоренности с Вашингтоном помогут спасти отца от вторжения члена НАТО Турции. Я не знаю почему. Видимо, ну, обманули людей. Ну, наверное, так бывает. И вы же понимаете, что Россия окружена таким кольцом условных врагов, друзей, которых, так сказать, таких друзей очень условных, что если бы Россия официально бы вступила на землю де юре Азербайджана, вот, вы думаете, это бы нам простили? Да это бы тут же бы у нас был бы повод для того, чтобы предпринять масштабную кампанию против России, военную, причем формально там, за вторжение на территорию суверенного Азербайджана. И кто бы там что ни говорил кому, то они к этому были готовы. Но видите, как Турции все прощают при этом. Турция – член НАТО. Турция нужна НАТО, потому что там не российские базы находятся, там американские базы, база Инжирлик. Очень нужна Соединенным Штатам, и за то, что Инжирлик существует, они готовы, знаете, как дракону в сказке. Турция как дракон, который поедает там девушек. Вот они готовы скармливать девушек. Там сначала скормили Сербию. И никто об этом, кстати, почти не говорил, что вообще вся афера Сербии — это афера, безусловно, турецкая. Потому что никакая Албания там не могла бы себе позволить это сделать. Турция там сделала, Турция в Артахе, Турция на Северном Кипре. То есть, когда мы видим Турцию в Сирии, мы видим проблему в регионе, значит, всегда ищите Турцию. Шерше для Турции. Вот. И никогда не ошибетесь. Вот. Да, но вот эта ситуация такая очень трагичная. Я все-таки как депутат российского парламента не имею права давать оценку тем поступкам и шагам, которые были предприняты не в моей стране, не моими коллегами, то есть политиками другой страны. Я думаю, что время рассудит, и все, когда спадет определенная пелена там завес секретности, и когда те люди, которые имеют на это право, смогут рассказать, то я думаю, что многие очень сильно удивятся. Почему? Ну, все-таки, вот вы согласны с тем, что Россия намного все-таки закрывает глаза из деяний того же Азербайджана и Турции? На что? Ну, как Россия? Ну, Россия с точки зрения международного права не контролирует Азербайджан. И не может контролировать, была бы моя воля и не хотела бы контролировать. Азербайджан, Турция — это две суверенных державы, которые могут заключать альянс, к сожалению. То, что нужно минимизировать возможности Азербайджана это делать, я согласен. То, что Азербайджан занял категорически недружественную позицию по отношению к России, Армении и другим государствам, это очевидно. Азербайджан становится площадкой для возможного и военного вторжения на Кавказ. И если турки без войны, по сути дела, сейчас оттяпают значимую часть Грузии, а грузины этого не понимают, вот, они просто, ну, наивные люди, наверное, и не понимают, что если вся Аджария говорит на турецком языке, то это что-то значит. Вот, то с армянами так не получится, конечно. Черты и калачи. Вот. Ну, в общем, поэтому создается плацдарм и открытый Физули аэропорт. Лучше этому подтверждение не выращивать или же помидор там будут этим аэропортом пользоваться. Да, понятно, что он формально гражданского, на самом деле абсолютно военного значения. Да. Аэропорт. И он нужен только для одного. Только для того, чтобы обеспечить воздушную поддержку для тех же Байрактаров, для тех же там беспилотников и других, может быть, и для самолетов турецкой армии для каких-то действий. С кем они там собираются воевать? С кем? То есть там они собираются воевать? С Арменией. Им нужен Сюник. Им нужен Сюник. Им Алиев в запале
вот, какой-то, так сказать, пропагандистской какой-то своей риторики, он несколько раз об этом говорил, Эрдоган об этом несколько раз говорил, азербайджанцы в этом не сознаются, но это правда. Они хотят, чтобы не было Армении. Они хотят не было Армении, а потом и распространять свое влияние на юг России. Вот. Это, конечно, ну вот предположим такой сценарий. Маленькая Армения с небольшим населением, уж оставшаяся из того, что было. И вероломное нападение вот этой коалиции Турция-Азербайджан. Каковы, по-вашему, действия России? В рамках обязательств ОДКБ я хочу вам напомнить, что первое, единственное нападение, которое попадало под протокол ОДКБ, которое было сделано Азербайджаном, уж не знаю, какие два там, какие гомосексуалисты в Назране додумались напасть на российский вертолет на территории Армении, но именно, мне кажется, именно это событие послужило переломной точкой в прекращении. Вы оговорились по поводу Назрани? Мне послышалось, вы сказали ой, в Назрани. Извините, пожалуйста, я, конечно, Нахичевань. Из Нахичевани, да, там, когда произвели выстрелы и сбили российский вертолет. И естественно, что ни один миллиметр территории, которая находится под защитой ОДКБ, не может быть захвачен, и любое вторжение будет моментально отражено. Моментально. Я хочу сказать, что, к сожалению, по какой-то причине не было запрошено более серьезная военно-техническая помощь заранее, хотя, в общем, информация о возможном нападении была доставлена и предоставлена. Не знаю почему. Возможно, вы имеете в виду, со стороны Армении не было запрошено? Ну, да, видимо, так. Ну, видимо, просто западные партнеры сказали, не волнуйтесь, не берите ничего русских, мы сами все решим. Но ничего не решили. Ладно. Я не даю оценки. Я не даю оценки. Я не имею на это юридического права. Хотя я, как человек, чей прабабушка и прадедушка жили в Ереване, хотел бы сказать несколько слов на эту тему, да. Но тем не менее. И я думаю, что сейчас турки прекрасно понимают, что реальные военно-технические возможности России таковы, что все, что есть у Турции в виде каких-то их леталок и стрелялок, в общем, совершенно не представляет угрозы практически для России, поскольку в России есть все возможности эти все леталки и стрелялки полностью нейтрализовать. И я думаю, что сейчас как раз время для того, чтобы армянское руководство в рамках сотрудничества и международных договоренностей, там ОДКБ, сейчас задумывалось о том, чтобы обеспечить мир армянского неба с помощью самых современных систем вооружений, которые есть. Не только там автоматы Калашникова сейчас уже не нужны. И никакие автоматы уже почти не нужны, потому что автоматы – это уже, так сказать, немножко не то оружие, которое используется. Вот. Поэтому я сильно надеюсь на том, что армия Армении в сотрудничестве с российской армией сможет гарантировать полное техническое и военно-техническое превосходство в случае вторжения. Я не сомневаюсь лично, вот это моя, можно меня ругать, там, это мое субъективное мнение, но это оно есть. Я не сомневаюсь, что они готовятся к тому, чтобы напасть, и те пробросы, которые мы видим в турецком обществе в виде карт, где Турция распространяет свое влияние и на уже российский Кавказ, и на Крым русский. Это, конечно, все очень как бы реально. Но ведь они не идиоты. Вот если Турция и Азербайджан все-таки готовятся напасть, они наверняка должны понимать, что России придется вмешаться. Все-таки это уже не Арцах, это уже суверенное государство Армения, которое состоит в ОДКБ. Или здесь что-то другое? Может, у них какие-то особые договоренности с Россией, о которой Армения не знает?
Слушайте, достаточно, что мы в России знаем, что у нас нет особой договоренности, и никого мы не позволим наших партнеров предавать 100%. Поэтому-то и не нападают. Поверь, если бы не было бы договоренности, если бы не между Россией и Арменией, если бы не было бы ОДКБ и не было бы гарантии того, что любое вооруженное вторжение получит самый жесткий ответ, о котором пожалеют многие, вторглись бы уже. Мое личное субъективное мнение, что если бы не это, то Эрдоган очень сильно бы хотел, как мне кажется, уже быть в Ереване. Вот. Потому что Армения им совершенно не нужна. И, естественно, они бы как минимум бы сделали бы единую территорию с Нахичеванем, который является анклавом. Вот такая полутеррористическая территория. Почему полутеррористическая? Потому что я никаких цивилизационных источников оттуда не получаю, никаких там лучей добра. А вот то, что оттуда просто какие-то дикари стреляют просто по проезжим машинам, которые они могут увидеть, это я знаю, это я сам вижу. И могу сказать, что это просто дикость какая-то, какой-то Сомали. Московский договор, который вот был подписан, и не только Турции, тот же Нахичевань был передан Армении. Вот что случилось 100 лет назад. Так бы Нахичевань был бы в составе Армении. Ну, к сожалению, да, что есть, то есть. История не знает слагательного наклонения. Просто я говорю о том, что обидно видеть там какую-то просто Буркина-Фасо или Сомали, которая там находится буквально в нескольких километрах. Ну вот смотрите, я вот сейчас упомянул по поводу Московского договора. Тем не менее, да, вот есть в России такие эксперты, не знаю, как их назвать, которые прямо говорят, что Россия открыто играет на стороне Турции и Азербайджана. И причем это как и на Западе говорят, так и, скажем, эти же самые эксперты. Вот недавно, например, азербайджанский лоббист об этом заявил, Сергей Марков. Тот же Короченко об этом говорил, что у России и Турции союзнические отношения. То есть вот представьте, как тогда быть Арменией, если это так, то не кажется ли вам, что Армении следует просто тогда держаться подальше от такого союза, чтобы не лишиться еще одной, в кавычках, Нахичевани, там, в лице Сюника, например? Я, опять же, это не тот немножко разговор, который хотел бы вести. Но такие разговоры все-таки есть, вы согласитесь, среди экспертов. Ну, знаешь, среди каких экспертов? Среди какого-то набора утлых специалистов, специалистов ни в чем. Ну, возможно, есть. Давайте отталкиваться от официальной позиции Российской Федерации и от тех людей, которые имеют отношение к Министерству иностранных дел, Министерству обороны или просто к политическому руководству нашей страны. Там, мнение Короченко, Максима Шевченко или Маркова, оно неинтересно от слова совсем. Вот, ну, просто неинтересно. Вот. Точно так же, как мне неинтересно мнение группы идиотов, которые ходили по Еревану недавно и оскорбляли моего президента, президента моей страны. Вот мне тоже неинтересно, понимаете? Это мы не цепляемся за это, потому что в каждой стране есть идиоты. Это может быть это во всех странах есть идиоты. И в России, и в Армении. Вот. И этих идиотов на марше этого национального какого-то этого фронта я видел достаточно много. Хотя понятно, что ни один приличный армянин и христианин никогда в жизни такого себе не допустит. Видимо, это такая завуалированный марш секс-меньшинств в Ереване. Ну да пёс. Это скорее не секс-меньшинств, а вот тоже люди, которые понаслышались от того же Короченко, чего якобы готовит Россия. Слушайте, ну, каждый воспринимает информацию по-своему, естественно. Ну, не только это. В общем, мы же все прекрасно знаем, кто стоит за этими маршами, кто это делает. Ладно, бог с ним. Я в это время, кстати, был в Армении и поехал в Нагорный Карабах, в Арцах. Вот, и на идиотов внимания не обращал.
Кстати, вы в черном списке. Как вы к этому отнеслись? Ну, это, ну, знаете, это может быть не дипломатично, но для меня это честь. Я не хочу быть в белом списке у страны, которая начала очередную войну. Мне там делать нечего. Знаете, я был бы не против до их последней выходки побывать в Азербайджане, походить по старому Баку, посмотреть. Но после того, как эта страна напала вероломно на народ Арцаха и стала убивать мирных жителей, знаете, я, ну, как-то без девичьей башни проживу, потому что я не считаю для себя возможным, этически возможным приезжать в Азербайджан. Не хочу этого делать. И то, что они включили меня в список и там называли посла России даже из-за меня там. Ну, мне жаль, что посол России должен был потратить это время, чтобы услышать их необоснованные претензии. Вот, ну, все. Ну, программу мероприятия я могу уже за них сказать. Если бы вы приехали в Баку, вас бы повезли показать, что вот у нас тут есть армянская церковь, и неважно, что это давно не действующая церковь, а на куполе нет креста. А церковь без креста, храм без креста, сами понимаете, это уже не храм, а просто зданица. Также вам привели бы там пару русских, которые бы вам рассказали, как они там шикарно живут. Также, может быть, двух армянских жен престарелых, которые там остались. То есть программа у них обычно стандартная. Что, я думаю, вы ничего не потеряете. В интернете мне уже там это пытаются обеспечить. Ко мне подсылают какого-то там. Правда, нашли на всей Азербайджан, видимо, одного русского, который гордо мне заявляет, что он шахид Ильхама Алиева, и что он настоящий русский, готов убивать армян, там, воевать, убивать христиан. То есть, на мой вопрос прямой, как у него вообще нормально с убийством христиан обстоит дело, он как бы не особо засмущался. Ну да. Абсолютно нет. Нет. Дело в том, что они пропитаны пропагандой. Это действительно русские люди, которым некуда деваться. Ну а куда они денутся? Если бы в России была бы такая программа по возвращению тех же русских людей, им бы дали бы уже и гражданство, и место жительства, то, естественно, может быть, эти бы русские вернулись. Но они пропитаны с детства буквально, ну, 30 лет прошло. И их также антиармянские пропагандировали, как и тех же азербайджанцев. И они понимают, что армяне – это враги. То есть, если старшее поколение еще жило совместно с армянами, да, в том же Баку, то молодое поколение – это армян, если и видело, то, может быть, где-то там по телевизору. Все. Как бы вот так вот дела обстоят. Поэтому, в принципе, этим русским простительно. Я сам родом из Баку, я прекрасно понимаю, каково им там живется. Деваться некуда, и если живется уж в этом диктаторском режиме, то приходится, естественно, и защищать ту страну, глаголить те истины, которые, как им кажется, это истина. Виталий Валентинович, ну вот известно, что в 90-х, вот, чтобы подытожить, да, сейчас у Армении есть настоящие друзья, вот с 90-х годов в России. В 90-х была одной из таких друзей, это Галина Старовойтова, с которой вы были хорошо знакомы. Если можно, в двух словах для молодых людей, вот какой она была, я знаю, вот через месяц, вроде бы как годовщина ее гибели. Это для нашей уже молодежи, потому что не все знают, кто такая Галина Старовойтова. Ну, Галина Старовойтова, безусловно, была одним из немногих российских политиков, постсоветских политиков, которая поддержала, стала на сторону правды. Она не поддержала Армению или армян, она стала на сторону правды. Она была специалистом в области этнографии, она прекрасно разбиралась в истории развития, истории этносов, людей, ну, живущих на территории Советского Союза. Поэтому, как ученый, как умный и честный человек, она не могла не занять позицию на стороне правды. И она поддержала, защитила и стала на сторону армянского народа в этой жуткой штуке, в этом жутком начале жуткого противостояния. Потому что когда рушится империя, это очень плохо. Потому что когда рушится империя, проявляются самые низменные чувства у тех, кто при империи вякнуть не мог. Вот. Но
они же ведут себя очень жестоко. И как раз я помню, что Галина Васильевна часто сетовала на то, что во время избирательной кампании в Армении и очень тяжело поддержать кого-либо, потому что и тот, и другой там кандидаты являются ее близкими там товарищами. И она искренне любила Армению, и не могу сказать, что мне это передалось, потому что, как я уже сказал, моя семья родом из Еревана. Они не армяне, они жили в Ереване при императоре. Вот. Мой дедушка был коллежским асессором. И это вот, ну, это ощущение того, что политик в России не имеет права идти поперек, ну, как бы, вступать в противоречие своими собственными убеждениями и занимать какую-то другую позицию, вот я от этого, наверное, от нее приобрел это качество. Не то, что я приобрел, а то, что я считаю, что это единственное возможное. Что нельзя никогда предавать своих. Нельзя никогда предавать правду ради лжи. И мне очень обидно и больно смотреть на тех, кто называет себя политиками, при этом являются продажными проститутками, которые готовы за кебаб там что-то извергать из себя. И я уверен, что Господь, он этих людей определит на должное место, что они, может, и будут там продолжать что-то извергать, но рычагов у них не будет. Я уверен, что Россия, Армения, Арцах – это единая территория. Вот это, может быть, непопулярная позиция, но я считаю, что здесь не говорится, там, я не говорю о там, старший, младший, там, равный. Я говорю, что это просто единая территория. И в нынешних условиях глобальных вызовов мы должны понимать, что мы только вместе сможем выстоять. Мы вместе можем выстоять. Иначе нас, если те, кто хочет нашего уничтожения, они играют на то, чтобы мы были разделены всегда. И в России живет армян больше, чем живет в Армении. И для большинства армян из Армении Россия – это дом, где их любят. И я очень хочу, чтобы Армения узнала об этом, что ну, мы настолько, вот армяне настолько часть России, армяне, армянские, у нас есть целые там, города, поселки, территории, где армян живет чуть ли не больше, чем русских. И, конечно, это очень важно для нас защитить государство, которое первое выбрало путь христианства. Первое христианское государство – это Армения, и мы об этом должны помнить. Спасибо вам, Виталий Валентинович, за сегодняшнюю встречу. Я желаю вам терпения, как у меня, доброго здоровья, и спасибо вам еще раз за сегодняшний эфир. До свидания. До свидания.